Сообщение об этой свалке в социальных сетях появилось совсем недавно. В публикации сказано, что противоположный берег Рюменского пруда зарос кустарниками, и сюда сваливают мусор с остатками строительных плит и щебенки. Самодельный полигон нашли не сразу, пришлось искать тропу. Оказалось, что полигон расположен рядом, практически в километре от входа. В ходе проверки у нас установлено, что на территории Центрального парка культуры и отдыха города Рязани располагается несанкционированная свалка. Предположительно, на данный момент это почва-грунт, также с отходами железобетонных изделий. То есть в настоящее время мы проводим замеры территории Росреестра, да, управления Росреестра по Рязанской области. Также подключены специалисты Министерства природопользования Рязанской области, Приокского управления Росприроднадзора, также администрация города Рязани. Сотрудники Росреестра провели замер территории. В скором времени огласят размер импровизированного полигона. Также предстоит найти виновного – человека, который строительный мусор сюда сгрузил. По результатам проверки прокуратуры будут приняты меры реагирования. Сотрудники же дирекции благоустройства города на ситуацию отреагировали. Обещают мусор вывести. Была жалоба и на открытые колодцы. Общественники насчитали их 10 штук. Городские службы и на это обращение тоже отреагировали. А люки, говорят, закрыли. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».